Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутен Паут, а я знал то, что у меня большая аудитория подписчиков, которые любят Ark Survival Wolf, и сегодня видео получается исключительно для вас. Я знаю, было очень много вопросов, где Ark, ну вот, пожалуйста, вам Ark. От разработчиков Ark Survival Wolf вышло новое дополнение, так сказать, карта Crystal Islands. Что из себя представляет эта карта? Эта карта из себя представляет летающие кристаллические острова, которые уникальны своими биомами и в которых, в принципе, наверное, много нычек, где там можно поселиться, чтобы по-пвпшиться или по-пвешиться, ну, имею в виду, построить красивые постройки, к примеру, там в тех же кристаллах каких-нибудь или еще где-нибудь. Конечно же, это уже... Как смотрите вы? Что хочу сказать. Как всегда, разработчики Ark Survival Wolf с выходом новой карты выпускают нового динозавра. И если на карте Волгуера новый динозавр был Динаних, то на карте Crystal Islands новый динозавр это Трапеозаврус. Ну или Трапеогнатус. Не знаю, как его правильно назвать, скоро узнаем. Что же умеет эта птичка? Он, как я понял, имеет, ну, приличный такой размер, может быть, больше птеранодона немножко, но до размера кецеля ему еще далеко. Из его особенностей можно перечислить то, что у него есть реактивный ранец на седле, то есть он ускоряется. То есть, как написано на Вики, на этом новом летающем динозавре можно удрать от кого угодно. Но, в принципе, мне кажется, все это ложь, потому что Моногарм, наверное, его по-любому догонит. Получается, его главная особенность то, что он... ускоряется и быстро летает. Но помимо этого у него есть, ну, ракетница на седле. Ну, как я понял по трейлеру, ракеты не самонаводящиеся, что в принципе дает немножко расслабиться то, что хотя бы ракеты у него не летят точно в цель, а то, что надо конкретно прицелиться, а то это была бы, наверное, можно сказать, слишком прикольная имба. А насчет кибла Трапеозавра, по-моему, исключительный кибл для него нужен конкретно. И большая его особенность, то что его громадный укус может сломать броню. То есть он еще и бронебойный у нас динозавр. Едем дальше. В Crystal Islands появится еще новый вид виверн, кристаллические виверны. Как я понял, этих кристаллических виверн не надо будет воровать, а можно будет просто приручить. Конечно же, у этих виверн тоже будут свои особенности, о которых мы скоро с вами узнаем. Ну и сегодня у нас день рождения Арка. И поскольку сегодня день рождения Арка, в Epic Games раздают бесплатно Ark Survival Wolf до 18 июня. Поэтому я очень надеюсь, что кто-то из вас успеет его урвать. И, соответственно, кайфанете на этой же карте Crystal Islands. И да, вот наступил конец видео. Что я хочу сказать насчет того, буду ли я играть в Арк или нет. Моя команда планирует попробовать сходить, посмотреть эту новую карту в Арке, по-пвпшиться, так сказать, наверное. Но это все зависит от вас, друзья. И что же я хочу от вас услышать? Вы можете написать в комментариях, какой именно вы хотите сервер, на который, чтобы мы пришли и пвпшились. Поэтому пишите свои варианты. Ну что ж, с вами был Тутен Паут. До новых видео. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свои комментарии. Всем удачи и всем пока. Вот такой вот у нас сегодня получился обзор.